Привет, друзья! Сегодня у нас постоянная рубрика «Что интересного продавали на интернет-аукционе Виолити». Да, ссылочку на аукцион оставлю под видео. Понимаю, некоторые люди скажут: «Зачем мне это? У меня такого нет». А как вы знаете? Реально такие вещи могут быть у вас на балконе, у бабушек, у дедушек или просто вот завтра попасть вам в руки, а вы не знаете, что на это можно реально заработать. Так что такие ролики надо смотреть от начала и до конца, чтобы ничего не пропустить. Ссылка на аукцион Виолити под видео. Смотрите, какую штуку продавал человек. Где взял, да кто его знает, не сказал, это не важно, важно, что это кортик пилота НСФК. Да, вы верно поняли, это у нас третий рейх. Германия, состояние хорошее, так думает продавец. Он уточнил, что есть два клима, одно там, где должно быть, а другое военной приемки. Кожа оригинальная, никто ничего не перетягивал, ну так он утверждает. За таким лотом следило немного, всего-то 40 человек, но сделали они 85 ставочек. И в итоге такая находка была продана за 25 тысяч 50 гривен. Это у нас на сегодня 923 доллара или 64 797 рублей. Зачем такое люди покупают? Да кто его знает, может быть масло на хлеб мазать, а? Никогда не думали, сколько может стоить звезда героя? В нашем случае звезда героя соцтруда под номером 15859. Это у нас золото, чтобы вы понимали, да, звезда из золота. Состояние хорошее, но продавец уточнил, есть мелкие царапины, промзвено запаяно еще в то время, колодка родная, гайка родная, винт и резьба в норме. Так сказать, хороший родной сбор. Такую награду продавали в Киеве. За ней следило почти 300 человек и сделали они 114 заветных ставочек. И в итоге звезда героя соцтруда была продана ровно за 48 тысяч гривен. Это у нас 1770 долларов или 125 457 рублей. И вот такой вот продают люди. И нет, это никакая не лодка, хотя на это похоже. Это ванна. Да, чтобы вы понимали, огромная медная клепанная ванна. Варшава старая, весь 90 кг, 90 кг меди с двойным дном. Чтобы вы понимали, по размерам 1 метр 68 сантиметров, ширина 70 сантиметров, высота 64. Даже есть клеймо. За такой ретро-ванной следило 42 любителя понежиться в пенке. И сделали они 41 ставочку. И в итоге старая ванна продана за 8040 гривен. Это у нас 296 долларов или 21 014 рублей. А могли сдать просто на медь. А так кто-то теперь джакузи сделает. Лот из той песни, что «Да ладно, разве такое продают?» Да, вы не поверите, и такое продают. Есть такое направление в искусстве. Чтобы вы понимали, за вот такой вот инсталляцией, так сказать, следило больше 20 человек. Но тут я вот думал, интересно, они следили или просто зашли посмотреть? Чтобы вы понимали, что это такое, ну, это, так сказать, такое видение страны Оз. Такое коллекционируют люди. За такую вот инсталляцию человек хотел где-то 55 долларов, но, увы, пока ценителя не нашлось. Такая необычная штука. Вот таких коллекций есть у людей. Смотрите, какой камень с дырой. Если быть точным, то это жернова. Такие пытался продать человек в Липецке, но, увы, никто не купил. А хотел он за такое 5000 рублей, это у нас 1644 гривны или где-то 60 долларов, но, увы, ценителя не нашлось, повторюсь. А я знаю, я видео недавно снимал, где лежат такие огромные. Вот интересно, они стоят денег или нет, кто знает. И такое продают люди. У нас Япония, офицерский морской кортик образца 1883 года с подвесом, с эполетами и с двуглавкой. Где такой человек взял? Ну где, в Японии, понятно. Материал разный, металл, кожа, ткань, дерево, нитка из металла, ну все как обычно, состояние хорошее, даже прекрасное для таких вещей. За таким нечастым лотом следило почти 50 человек и сделали они 78 ставочек. И в итоге такой вот набор продан за 36 530 гривен, это у нас 1347 долларов или 95 478 рублей. И вот такой вот продавал человек. Как бы то ли метеориты, то ли нет. Но вес здесь больше 26 килограмм. Где продавал? Так в Запорожье. Продавец заметил, что эти камни очень тяжелые, не реагируют на неодимовый магнит и блестящие внутри. За таким лотом следило всего лишь 3 человека, но под конец торгов кто-то созрел и сделал одну заветную ставочку. И вот такая вот куча не пойми чего была продана за 3900 гривен. Это у нас 143 доллара или 10193 рубля. Лесная находка поисковика. Вот смотрите, на что похоже.
На саблю, многие скажут, так сабля сломана, цена и копейки. Но замечу, это у нас венгерско-польская сабля. Но она сломана, еще видно в то время, наверное, сломали об колено и выбросили. Многие скажут, разве такая может стоить денег? Ну что тут, давайте посмотрим, за таким лотом сидело больше 20 человек. И сделали они 94 ставочки. И вот такая вот сломанная сабля была продана, а здесь внимание, за 24 тысячи и 5 гривен. Это у нас 885 баксов. Или 62 741 рубль. Лот для общего развития. Солдатики. Обычные солдатики СССР. Только пол ведра. Как думаете, стоит денег обычные оловянные солдатики? За лотом сидело 4 человека. Это те, которые хотят собрать свою армию. И под конец торгов была сделана одна заветная ставочка. И вот такая вот армия оловянных солдатиков периода СССР была продана ровно за 1000 гривен. Это у нас 37 долларов или 2613 рублей. Вот так. И снова лесная находка поисковика. Посмотрите, на что похоже. Эта штука надевалась на палку. И этой палкой потом лупили вражин по голове. Ну или по другим частям тела, чтобы эта самая вражина шла во своясь. Да, вы верно поняли, это булава, точнее навершие булавы Киевской Руси. Материал у нас оловянистая бронза, состояние отличное, так пишет продавец. Уточняет, что просто помыто водой и все, больше никто ничего не делал. Также замечает, что весом такая находка 130 грамм. За такой красотой следило 46 человек и сделали они 53 ставочки. И вот такая вот находка была продана за 8204 гривны. Это у нас 303 доллара или 21442 рубля. А вот посмотрите, на что это похоже. Для человека не знающего он скажет, так массажер. Может быть, но если быть точнее, то это челюсть. Челюсть мамонта. Человек уточнил, что нашел, помыл, потом взял клей ПВА, развел с водой, покрыл это все и продает. Весом примерно 20 килограмм. Зачем такое покупают? Ну я не знаю, может быть на кухню, на холодильничек кто-то поставит. В коллекцию, наверное. За такой находкой следило 14 человек. И под конец торгов все-таки кто-то сделал одну заветную ставку. И такая челюсть была продана за 16500 гривен. Это у нас 608 долларов или 43125 рублей. А вот тот лот, что кажется, должен стоить в разы дороже. У нас полевой немецкий телефон FF-33. Продавец уточнил, что это именно немецкий военный полевой телефон. В хорошем состоянии, все родное, ничего не делалось, вот так вот, в оригинале. Никакой реставрации и скрытых дефектов нет. Работает или нет, он не проверял. За таким лотом сидело 15 человек. Но это те, которые хотели позвонить-то Гитлеру. И сделали они 27 ставочек. И в итоге такой вот немецкий телефон был продан за 625 гривен. Это у нас всего лишь 23 доллара или 1633 рубля. Я думал, будет дороже, а вы? Смотрите, какую штуку откопал парень в лесу. Вот на что вам похоже. Это у нас браслет, а именно браслет из серебра с рисунками периода Киевской Руси. Материал серебро, так сказать, чеканка, чернение, красота. Даже вот с повреждениями такими, такие вещи стоят денег. Вес изделия почти 100 грамм. За такой находкой следило 212 человек и сделали они 77 ставочек. И вот такой вот сломанный браслет продан, а здесь внимание, за 62827 гривен. Это у нас 2316 долларов или 164210 рублей. А был бы целым, был бы дороже. И так бывает, человек решил разбить свою копилочку. Да-да, так и написал, собирал я долго и упорно, а теперь решил все продать. У нас 1,2 копейки. Весом вот это все добро 230 килограмм. Вот это свинья была, да, такая копилка на 230 килограмм. Сколько там штук, да кто его знает, посчитать нереально. 230 килограмм. Человек все в мешки запихал, говорит, не перебирал ничего. За таким лотом сидело почти 160 человек, это любители посчитать мелочь, и сделали они 63 ставочки. И в итоге такая куча добра продана за 24999 гривен. Это у нас 982 доллара или 65339 рублей. Ого. И по традиции, как всегда, такая вот красота. У нас скульптура девушка, обнаженная, ню, бронза 6,5 килограмма. Так свой лоб назвал продавец. Зачем люди такое покупают? Ну есть ценители таких статуэток. Ставят кто-то на сервант, кто-то на камин, а кто-то просто возле подушки. Кто где хочет. Материал у нас бронза и камень, но тут справедливо. Высота статуэтки с основанием 33 сантиметра, а вот высота самого основания 4 сантиметра. Сам камень 18 на 18 сантиметров. Вес такой красоты
высоты 6,5 кг, как я уже сказал, такая, не маленькая. За такой скульптурой следило почти 50 человек, и была сделана всего лишь одна ставка. Такая девушка продана за 5750 гривен, это у нас $210, или 14898 рублей. Да, друзья, напомню, все лоты взяты с интернет-аукциона Виолити, ссылочка под видео. Вы можете там продать, купить или просто посмотреть, чего продают люди, ну чтобы быть в курсе, что и сколько стоит, ссылочка под видео.